Ксения Бородина после заявления о разводе с Курбановым Маровым начала постить все больше эффектного контента в стиле «Смотри, кого потерял», а также активно занялась своей внешностью, подстриглась под каре. Один из ее последних образов, который, по правде говоря, был подготовлен для старой фотосессии и выложен на суд Инстаграм еще 9 недель назад, вновь произвел фурор на страничке Ксюши. Несмотря на то, что все прекрасно помнят дубайские денечки Бородину, ведущая «Дома-2» решила продублировать материал, чтобы, как посчитали нетизиты, впечатлить своего бывшего мужа. Честно сказать, роскошное золотое платье с нимбом над головой оценили далеко не все. Особенно смешно фотографии с сексуальным взглядом тигрицы, по мнению пользователей Инстаграм, смотрятся после публикации Ксюши, утонувшей в букетах цветов, в которой явно прослеживается фейковая улыбочка и печальный взгляд. Люди считают, что если у Ксюши действительно появился бы новый мужчина, готовый задаривать ее букетами, она бы не стала так демонстративно фотографировать все эти цветы. Все разведенки сразу улетают на Джумейр и во лбу звезда, статуя независимости. Начались фото под названием «Смотри, кого ты потерял», «Смотри, от кого ты ушел, я ж ведь королева», пишут нетизиты.